Тысячи православных христиан отметили праздник Крещения Господня. По традиции многие совершили обряд омовения в купели, а мечам для этого пришлось выезжать за город. Вода в Иртыше не соответствует экологическим нормам. На ближайший водоем в село Большекулачье приехали сотни горожан. А накануне праздника митрополит Омский и Таврический Владимир заявил, что купание в проруби опасно, особенно для неподготовленных людей. Ну и призвал ограничиться посещением храма. Впрочем, судя по тому, что к Иордане выстраивались очереди, желающих окунуться в ледяную воду меньше не стало. Многие пришли впервые. Вот ребенка с собой взял. Вот. Ну, нормально. Вот он первый раз, да. А вы как, первый раз? Страшно? Ну, да, немного. Ну, хотелось познать, как это. Как первый раз? Хорошо.